как это, блядь, понимать в нахуй? Вот как это мозгом можно понять, что у выхода нет выхода, блядь? Выхода нет, говорит метро. Оно заберут красный пас. Выхода нет, выхода нет, выхода нет, выхода нет. Ну хорошо. Если нет выхода, значит есть вход. Все просто же. Если нет выхода, значит есть вход. Зайди туда, куда заходят все, которые идут все. Нахуя ты пошел через жопу? Нахуя ты плывешь против течения, ебать? Плыви по течению. По потокам иди. По естественным потокам. Как в метро. Не нужно идти туда, где выхода нет. Иди туда, где вход. Тебя туда сам, тебя туда выносят естественным образом. Вот так, кстати говоря, тут параллельно идут и ассоциации. Вот ты рядом со мной сейчас. Ты строишь со мной ассоциации. А я говорю, вот оно. Ты здесь же, а я вот здесь. Я слово. А ты кто? Кто ты, если я слово? Что было до слова? Дух? Кто ты, дух? Сознание? Кто мне дал слово? Что было до слова? Вначале было слово, это пиздёж. Что-то было до слова. Что было до слова? До слова. До слова. Что до слова? Ничего. Пустота. Пустота образовала слово. Пустота. Из пустоты пришло слово. Так. Если из пустоты пришло слово, как оно там образовалось? В пустоте, потому что, возможно, все. Оттуда может вылететь все, что угодно. Из пустоты. Поэтому, чтобы было возможно все, в этом физическом пространстве нужна пустота. Где найти пустоту здесь? Здесь нигде пустоты нету. Везде материя. Везде все чем-то заполнено. Где пустота? Пустота. Пустоту нужно найти в материи. Пустоту нужно найти в этом. Как тут найти пустоту, блядь, я не понимаю. Физик, давай просыпайся. Миша, давай ассоциацию строй мне. Ассоциацию. Я начинаю понимать, как строятся ассоциации. Пустота. На что это похоже? Когда из всего делаешь ничего. Так, подожди, если имеет место быть, что из пустоты можно сделать все, значит, из любого предмета можно сделать пустоту. Если учитывать, что эта заколка выросла на пиздеже, заколка выросла на пиздеже. Знаете почему? Потому что мне ее подарили. Потому что я лилия. Почему я лилия? Потому что Мула сказал. У него вылетело слово. А слово что это что? Это пиздеж. Это пиздеж. Это вибрация. Это вибрация. Это вибрация. Значит, нужно убрать вибрацию.
каждого предмета есть своя вибрация. Чтобы убрать предмет, нужно убрать его вибрацию. Чтобы предмет исчез, нужно перестать его чувствовать. Нужно перестать его ощущать. Так, блядь. Сколько можно пиздеть? Ты делаешь, пока я тут работаю, я не поняла, нахуй. Я же, блядь, работаю. Работаю, блядь, над нашим ебать гребаным миром, чтобы, блядь, тут все делать то, что мы хотим. А хули ты делаешь, блядь, а? Ты же нихуя не делаешь. Сука. Ты просто, блядь, смотришь. Ты сейчас. Нихуя ты, сука. Ты сейчас, блядь, находишься в том пространстве, где это все материализуется, блядь. Понимаешь? Я здесь думаю, а у тебя материализуется. Помнишь, да, блядь? Помнишь, я тебе говорила? Контролирую свои мысли лучше. У меня все превращается в физический мир. Какого хуя тогда? Я тут думаю. Какого хуя я думаю, а ты наслаждаешься моим думанием? Я тоже хочу нихуя не делать, чтобы у меня все материализовалось. А, вот, кстати, да. Пока я, блядь, что-то делаю, у меня нихуя не материализуется. Я сейчас нахожусь в своем подсознании. Я сейчас в программе.